Ребяточки, всем приветик. Ребята, у нас на улице просто шикарно, тепло. С голыми руками иду. Жилетку надела, чтобы не продувало. Пошла прогуляться до леса, ну, поблизости. Сегодня была у меня клиентка. И она говорит, ну, что опять в лесу появились. Ну, я думаю... Так как делать нечего уже совсем. И уже, ребят, все переделал. Все уже нечего делать. Думаю, пойду до лесочка, дойду, посмотрю. Есть, нет, ну и заодно прогуляюсь. Дошла до пруда. Пруд весь в листочках. Видите, голые уже деревья. Единично где-то веточки еще в листочках стоят. И рыбаков нет. Вот видите, все в листиках. Я вот сейчас вот в этот лесочек зайду, посмотрю. В принципе, мне грибы не нужны, мне просто любопытство разбирает, действительно ли есть грибы. Ребятки, ну так пробежалась. Нет, нету грибов. Я даже бы удивилась, если бы они были. Пробежалась я вот по этому околочку. Ничего нет. Хотя я знаю, что здесь... В этом околочке и белые бывает, и опята. Нет, ничего нет. Вообще уже земля такая сухая. Может быть, где-то там, за домами. Ну, туда я уж не пойду. Я просто ради любопытства пошла погулять. А это я уже домой возвращаюсь. Слышите, как листья под ногами шелестят? Здесь семья живет на окраине, вот здесь вот. Себе лес привез, березы. Вот так вот по низу тащит на тракторе. Он прям здесь и распиливает. Ну все, мы уже практически пришли. Я так не люблю, когда гадят. А это вот наши соседи. Прям к себе под нос. Короче, возят сюда, все скидывают. Вот такие вот кучи. Ребятки, погода у нас меняется в худшую сторону. Уже и дождичек накрапывал. Но это уже к вечеру. Я уже управилась. Коров подоила. Молоко клиенту приготовила. Его банка, его бутылка. Вообще молоком торгую только в новых бутылках. Ну, а если просьба клиента, то ради бога. Пошла я сейчас летники убирать. Ветерочек-то прям такой хороший поднялся. Пойду я в летники у коров навоз вывезу. Вон они стоят. Загнала их с летника. Сейчас я в летники соберу их какашки, вывезу. До сена сразу на утро приготовлю. Все, ребяточки, убрала, сено накидала. У нас темно, но у меня почему-то телефон не показывает, что у нас темно. А так вообще-то темнеет уже. Пошла я печь топить. А вам спасибо большое, что были со мной. Всем пока-пока.